точно не расслабляемся, бежим и фотографируемся. Сегодня мы пригласили вас на женский творческий уикенд Ассорти, зимний фестиваль, так сказать, на один день. Поэтому сегодня мы действительно в нашем пространстве собрали лучших из лучших тренеров, которые действительно это профессионалы своего дела. Вселенная распорядилась, кому вам сегодня попасть. Если принципиально хотите кому-то другому, мы не против, пожалуйста. Но просто прислушайтесь к посланию, потому что действительно, наверняка, что вы именно на этом мастер-классе получите уникальные знания. Ну и мы с моим кармическим лучшим, моим кармическим партнером Натальей Васильевой, отдельная благодарность за все, вообще, что мы с ней встретились, так сказать, в этом воплощении. Да, и как бы сегодня мы сами тренера и мастера, но сегодня мы в плане, так сказать, ведущих. Долго задерживать вас не будем, чтобы вы уже мчались получать уникальные знания. Мы сейчас хотим пригласить, кто прибыл из тренеров, сейчас не все еще прибыли, но кто есть, мы хотим пригласить. И Наташа это сейчас добавит, да, пару слов. Да, хочу сказать два слова, что наш именно женский фестиваль, он создан для женщин. И именно в самое темное время года, когда перед Новым годом, перед рождением нового солнца, очень важно, чтобы у женщины горел этот самый костер внутри. Потому что к женщинам сейчас идут за просьбой, за советом, для того, чтобы согреться. И очень важно, чтобы женщина не выгорела, да, и ей нужно где-то брать, как говорят, эти самые дровишки. И именно в такой женской атмосфере, где есть мастера, в поле мастера, трансформационные игры, да, играйте на свои запросы, которые сейчас очень важны, которые сейчас актуальны. И вы получите ответ и уйдете наполненные. И еще целый месяц, да, до рождения нового солнца, пока холода, очень важно, чтобы вы были в ресурсе. Это мероприятие для вашего ресурса. Мы постараемся обеспечить вас этими дровишками.